Журавлев. Суровцев. Пробежка. Лицо. Пробежка, да, пробежка. Хотя мне где-то далеко, мне показалось, что Никита Садчиков все-таки приложил руку к Суровцеву. Или на Суровцева, как вам больше нравится, от этого мало что меняется. Мне казалось, что ушел. Ну, ничего страшного. Давно Никольский что-то сделал вообще непонятное. С 8 метров через руки Клыкова. Без подбора. Странное было решение. Тайм-аут берет тренер. Тренер Бизонов Арман Абленов. +3:18 до конца четвертой четверти, +8 у Нефтегаза. Пока еще ничего не ясно. Небольшое преимущество есть, но это не достаточно. Давно Обин не играл. Булынин сидит, Батанин сидит. Ну, что делать? Они могут себе позволить менять достаточно равных игроков. 9 человек ротации. У Крестовников все играют. Суровцев. Журавлев. Заслон Богачева. Клыков 2 очка мимо. На подборе кто будет? Журавлев. Скидка на Иванова. Иванов мимо. Богачев там что-то выбивает, выбивает мимо, смахивает, смахивает мяч Садчиков. Великолепный игрок, очень он мне импонирует. Всегда заряжен на прыжок. Хаштария сразу 3 очка мимо. Ай-яй-яй, мне кажется, все-таки поторопился. Ну, не мне судить. Тут Иванов, 2 очка мимо. Иванов. Никольский. Мимо. В ауте находился Суровцев. 2:34 апеллирует тренер Гунга Виталий Крестовников, что надо долгие атаки делать. Действительно, у Нефти проход. Замена вместо Иванова вышел Федоров. Иванов, другой Иванов. Скажем так, Иванов в белом. Иванов. Плохой пас, но тем не менее пас. Булынин. Дальше тут что будет? Тут какие-то броски непонятные. Странная атака в исполнении Нефти. Суровцев. Пойдет в проход с разворота. 2 очка мимо. Там кто? Иванов заберет. Мяч шел на... А мне показалось от Иванова. Сегодня мне много кажется решение арбитров в другую сторону. Ничего плохого не имея. Булынин. Долго стучит. Зачем? Зачем? Объясните мне. Хаштария выцарапывает мяч. Может быть, это последний мяч. Решающий, может быть. Тут должны фалить. Конечно, должны фалить. На Садчикове опять этот игрок решает моменты. Очень серьезные моменты. Во-первых, отмечу игру Хаштарии, который там вырвал мяч у немного более крупного игрока, в данном случае Логачева. Ну и плюс Садчиков, как всегда, пошел на подбор, забивает важный мяч. Минута 36, +9. И второй точен, +10. И у тех, и у других будут пробиваться фолы, но давно фолов не было, отмечу это. Клыков. Через руки 3 очка мимо. Иванов, прошу прощения, Федоров на подборе. Клыков сразу 3 очка мимо. Иванов забирает. Фол. Фол Журавлеву.
Мне кажется, от безысходности Евгений это сделал. Минута 18 оставалось бы. Два штрафных будет бить Иванов. Забрал он подбор. Абсолютно несправедливо. Два штрафных. Мимо. Было видно. Точно. Я так понимаю, что у Бизонов еще один тайм-аут должен где-то быть в кармане. Лыков. Ерунду полную сделал. Фол Иванову. Первый штрафной мимо. Ответил Логачев Иванову. Тот тоже первый промазал. Второй. Точно. Те же 10 очков. Иванов. Пол Журавлеву. Минута 0-7. Первый штрафной. Точно. Поправил сетку, скажем так. Второй тоже точно. Тайм-аут берут без зоны. Но это наверняка для того, чтобы вывести мяч с 8 метров. Минута 0-7. 12 очков. Преимущество очень комфортное. Нужно сейчас не пропустить леску 2-3, да и паника. Не нужно просто выводить мячи. Лыков. Логачев, 3 очка, мимо сквозняк, Суровцев на подборе, время уходит, Журавлев, 3 очка мимо, Логачев на подборе, Лыков, еще 3 очка, еще мимо, кто возьмет, третий подбор, Журавлев, на нем фалят, спалил Садчиков, 5-й фол у него, я так понимаю. Атака длилась 18 секунд, 7, 15, 22. Точно, Евгений. 45 секунд. Второй. Тоже точен. Булынин. Просто 2 очка, да. Журавлев. Будет бросать. Пробежка, нет. Суровцев. Журавлев. 3 очка. Скидка на Логачева. Логачев. Точно. Прессингуют. Никольский. Гоняет мяч. Булынин. Ну все, наверное. Фол Логачеву. Вот так незаметно пытался свалить. 15 номер. 2 штрафных. 23 секунды до конца. Мимо. Второй. Мимо. Каштария чуть не забрал мяч. Журавлев. Суровцев. Журавлев. 2 очка точно. Играется. Садчиков.
Теряет мяч, 11 секунд, 8 очков. Ну, конечно, это ни о чем не говорит, но тем не менее, потерю очень ненужную сделал. Нефтегаза мимо, Иванов, Булынин, 2 очка точно. Закончилась игра. Нет, не закончилась. Возвращают. 2 секунды, 1 секунда. Возвращают мяч. Тайм-аут еще берут. Странное решение, что хотят сделать. 1 секунда, 85-75. 1 секунда, наверное, будет наброс на кольцо. Закончилась игра со счетом 85-75 в пользу команды Российского государственного университета нефти и газа. Они победили еще, мы их поздравляем. Всем спасибо за внимание.